Это снова мы. Замена жидкости в ГУРе. То же самое 1.8 HE бензин. Форд Мондео 1.8 HE. 110 лошадиных сил, 81 кВт. Значит, мы заглушили здесь вот с фильтра, взяли с топливного дизельного, заглушили обратку, сняли ее. Ее кинули обратку. Обратку кинули с ГУРа в бутылку. Отсюда откачали шприцом всю грязь. И теперь заливаем. Это мы зальем чистую, когда уже промоем сейчас все. А промывать будем сейчас тоже декстроном третьим, только немножко дешевле, чем этот. Манольчиком будем промывать. Декстрон третий только манол. Он вот так вот выглядит. Вот так вот выглядит. Вот так. Вот. Заливаем, Петрович. Тоже вот АТФ. Вот тоже АТФ. И тут тоже АТФ. Они тоже, они все красные. АТФ и все красные. Это у аудюшек, если не только знал, что у них зеленая, оказывается. У них свои заморочки, в каждой машине свои заморочки. Погнали? Лей. Что? Промывку. Заливаем. Красная кровь. Заливаем полную доверху. Отлично. Вот такая должна быть красная у вас жидкость АТФ. Не черная, как у нас была. Мы сейчас покажем, какая она будет в бутылке сейчас, когда будет собрать литься. Мы не записали, какую мы слили. Бутылка с под кока-колы. Видите, там уже кока-кола еще есть. Все. Заводим и крутим руль вправо-влево. Того, как мы подключили бутылку, мы вот таким образом, потому что тонкая не пошла у нас. Залили красное, подключили эту штуку. Видите, какая черная? Вот смотрите, какая. Видите, черная? И какая там красненькая, видите? Подключили, когда мы вот так вот. Мы тут вот дырку привезли в бутылке, видите? Вот, вот так вот сверху, вот. Вот так вот навалили. Обратку мы кинули в бутылку кверх ногами. Подключивши. Там тряпочку подложили, чтобы оно капало. Можно шлангу длинную, но у нас нет. Может длинную, но мы как бы не заморачиваемся, потому что у нас специфика дизельная. Мы бензинки так, как семечки, слава богу, лузаем. И идем в салон, садимся. Садимся в салончик. Оп, и крутим рулем вправо-влево. Смотрим, как там сейчас будет масло. Сейчас я увеличу, как там будет сейчас масло. Люди подвешивают колеса. Мы с товарищем завели, но сильный фонтан пошел. Мы решили, короче говоря, не заводить, а просто крутить на месте. И крутим рулем, короче говоря. Смотрите. Видите, как там фонтаном. Сейчас уменьшу. Как там фонтаном идет наша жидкость. Видите? Влево, до упора, теперь вправо. Я большой. Мне это... Нет проблем. Вот так вот. Регистратор поставь. О. И вот так вот, смотрите. Раз, два, максимально вправо. Спасибо, Анатолий Петрович. Кто сейчас опять зальет. Вот так. Подливаем опять красненькую, подливает он. Чистую АТФ красную. Декстрончик третий. И снова я кручу влево. Кручу. Да. Поехали. Смотрите, какой фонтан. Опа. Еще хорошо его. Уже пошла красная? Или пока еще ничего не пошло, да? Еще раз вправо. Еще раз вправо. Подвешиваем колеса. Если вы хотите, чтобы легко было, подвешивайте колеса. Ну, как бы я здоровый, мне как бы не смущает меня это. Теперь в другую сторону. По-моему, пошла красная, да, уже? Сейчас мы подключим чистую бутылку, да, Петрович? И проверим. Все. Все. Сейчас подключим новую бутылку и потом еще раз заснимем. Итак, новая бутылка. И пошла чисто красная, да, Петрович? Чисто красная пошла жидкость. Даже видно на видео, что чисто-чисто красная.
все? Или темно еще? Еще лить? Еще льем, красную подливаем. И еще крутим. Все красное, да? Все. Жидкость, как видим, красная. Сейчас я покажу, какая была, видели, какая будет сейчас. Сейчас я покажу. Крутим вправо-влево до такого результата, когда тут жидкость красная будет совпадаться с той жидкостью, которая там. Она вот красненькая, видите? Там красная и здесь красная в бутылке. Все, закручиваем, доливаем до уровня, вон максимум-минимум. Одеваем обратку, тут где красненький лопачок, хомутик. Закручиваем крышечку и ездим, радуемся, благодарим Всевышнего. Все, ребят, всем пока.